Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в Луны Тюнс. Многие ребята спрашивают: Рэй, ты забросил эту игру? Ребята, честно говоря, если бы у меня было бы больше времени, или если бы я находился бы сейчас в отпуске, поверьте мне, я бы играл в нее намного чаще. Но, к сожалению, из-за того, что у нас очень много с вами игр, не получается их все у меня, как говорится, играть, просматривать, обозревать. Поэтому, ребята, для нас есть определенный косячок, который мы с вами выбрали и идем в том направлении. Но так как многие мне писали: Рэй, поиграй, поиграй, естественно, ребята, я буду играть. Ну что же, начнем, наверное, с того, что у меня есть новые персонажи для вас. Так, где же их посмотреть? По-моему, нет, это я вышел в мир. Хотя здесь тоже нужно кое-что забрать. Так, я могу что сделать? Улучшить? Нет, нет, могу, ребята, улучшить. Нет, нифига. Нет, нифига не могу. Давай мы его отправим дальше на поиски, пускай он ищет. Тут у нас очень много кто ходит, кто хочет поискать, как говорится, для нас добавочный лут. Так, отправиться в Альбукерке почему-то нету. Странно. Ладно, для нас это не важно. Здесь у нас ничего нету. Так, посмотрим, что у нас тут. Это мы забираем. Все это, ребята, забираем. Так, на почте у меня пока ничего нету. Так, здесь-то у нас что-нибудь такое будет. Тыквенная ферма. Хорошо, ладно, пускай у нас будет кот пугало тоже что-нибудь искать. Отправим также Пигги. А, Пигги даже может вот это искать. Все, пускай ищет. И последний, ребята, персонаж у меня еще не открыт. Поэтому мне нужно срочно перейти и посмотреть, где, ребят, мои герои. Я уже забыл. Мультяшки здесь, что ли? Так, давай посмотрим. Из новых у меня, ребята, появляется... Ну, ага, вот, вот они, ребят. Вот они, мои новые персонажи, которых я сейчас буду активировать. Это ведьма Хейзел. Ведьма Хейзел, конечно же, будем ее открывать. Этот персонаж у меня доселе не было, ребята. Новенький. Не знаю, что она делает. Посмотрим. Так, волшебная метла, у нее ведьмовство, и проклятие, и пронзание, и вуду. Она прям такая зловещая какая-то бабулька-то. Так, что у нас? Можно ее прапать, естественно, маленечко. Подтверждаем. Так, нормально. Могу я ее усилить? Да, ребята, я могу ее усилить. Это у нас проклятие. Первая способность. Особая атака. Наносит урон в размере 40-42 всем врагам. Вызывает онемение у случайного врага. Слушай, это неплохо. Онемение, я так понимаю, что ты не сможешь, ребят, применять свои скиллы, свои спейшалы. Так, пронзание. Эта мультяшка получает 10% игнорирования защиты. Тоже, конечно же, нам это нужно будет, ребята. Так, а вот волшебная метла. Это базовая атака и наносит на 54 урона. И плюс случайное снижение параметров. Тоже, ребята, будем. Пока у нас есть ресурсы для усиления, будем, естественно, делать. Причиняет от 2 до 4 раза периодический урон и вызывает снижение атаки у всех врагов. У всех врагов. Слушай, ну это круто, ребят. Так, проклятие, это уже вторая, ребята, у нас способность. Так, 42 вызывает онемение у случайного врага. Ага, уже на 2 хода. Понятно. Ну что, я думаю, пока, ребята, хорош с ведьмочкой. У нас там еще есть один персонаж. Это Багз Банни, парикмахер, если я не ошибаюсь. Да-да, именно он. Естественно, активируем. Отличненько. Поздравляю тебя, Багз. Добро пожаловать в команду. Да все нормально. Так, пересечь... А, пресечь в корне. Пугающее присутствие. Так, удобство. Свежий причесон. Ну ладно. Так, ну, повысить уровень мы не можем, потому что у нас нет, ребята, фляжек. Хорошо, но мы можем его усилить. Так, пресечь в корне. Это 40 единиц урона наносит он выбранному врагу. Плюс он получает пугающее присутствие. В начале боя все враги получают снижение атаки. Вот это круто, ребят. Снижение атаки просто автоматом получает. Так, пенный аэрозоль. То есть это 28 единиц урона всем врагам. То есть он пшикает, видимо, из этой аэрозольки. И, соответственно, 28 единиц урона получают все враги. Эй, что зависло-то? Так, усиливаем. Дальше у нас идет горячее полотенце. Это исцеляет вашу команду на 30 единиц здоровья и снимает ослабление с каждого члена команды. Очень полезно, между прочим, ребят. Так, пресечь в корне. Это у нас уже вторая стадия. Так, наносит уже 51 единица урона.
Так, нормуль и пугающее присутствие, да? Это уже на два хода. Давай сделаем. Ну что, я думаю, пока, ребята, хватит. 7 усилений мы сделали. И, по-моему, мы с вами можем кого-то поднять по уровню. Да, ребят, смотрите, у нас получается Гектор Фермер повышается по рангу. Отлично, я вам скажу. Следующий, кто у нас будет повышаться, это... Смотрим, ребят, внимательно. Так, ага. Конечно же, это Койот, королевский паш. Отлично, просто по красоте. И давайте смотрите, кто еще. Так, опять Гектор полицейский, да? Повышаем, конечно же, ребят. Круто. Столько героев, оказывается, у меня могут быть повышены по рангу. Так, и вроде бы... Так, и вроде бы все, ребята, да, получается у нас. Так, смотрим еще разок внимательно. Ага. Еще как раз может у нас Порки, фермер. Давайте его тоже. Повысили. Ну и вот теперь уже, по-моему, да, действительно, нет, нет, фотограф, конечно же, фотограф Сильвестр у нас тоже повышается по рангу. Все, отлично. Так, и давай посмотрим, что у нас тут по заданиям. Забрать повышение уровня, конечно, мы это сделали. Так, идет событие у нас какое-то, ребята. Что у нас за событие? Турнир усиления. До завершения события 12,5 часов. Так, понятно, будем знать. Так, у нас тут ежедневное испытание. Я даже не знаю, за что схватиться, ребят. Ну, во-первых, нам нужно, скорее всего, драки добить. Давайте мы попробуем добить драки с вами. Так, и я выберу, пожалуй-ка, вот эти вот мне нужны, ребята, сейчас кейсики в данный момент, потому что... Ох, 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 уровни-то какие, потому что, ребята, как вам сказать, мне нужно укреплять своих персонажей, вот только лишь из-за этого. Так, ну что, давай возьмем Бакс Банни, мы возьмем также, скорее всего... Блин, ну у него крутые персонажи-то. Давай возьмем Фрогера и... Вот так, попробуем, ребята, справиться с этой командой. Забрать у них этот наш, как говорю, наш, его ящик, который в дальнейшем будет, конечно же, наш. Так что понеслась. Так, ускорение мы, естественно, убираем отсюда. Ага. Так, что же нам сделать-то? Ну, я думаю, что нам нужно начать. Блин, они какие-то все укрепленные и усиленные. Ну-ка, давай-ка понизим ему. Так, ну что, возьмем провокацию. И я думаю, что сделаем массовую атаку. Так будет эффективнее, ребят. Ага, неплохо. Лишь бы... А ну-ка, давай бомбанем. Есть. Так, Сэма мы убрали с поля боя. Опс, тихо, выдержи. Главное, чтобы он выдержал, ребята, выжил. Так, бабуль, ты меня нервируешь. Ты меня нервируешь, вот честно тебе скажу. Воу, воу, воу. Траванул он нас. Траванул своим пердежом. По-другому это не назвать, ребят. А ну-ка, добьем бабульку-то мы. Бабульку мы добили с вами, но у нас очень мало здоровья. Я боюсь, мы потеряем с вами петуха. Да. Атакуют все-таки гаденыши петуха. Блин, у меня, ребята, в этой команде нет ни одного хила. Понимаете? Без хила здесь тяжело играть. И всегда было тяжело без лекаря нам здесь продвигаться. Так, отдуплился. Ну что, Сильвестр, все, по-моему, тебе тоже крышка. Сейчас ты тут довыеживаешься. Так, провокацию мы взяли. И давайте потихонечку его уже добивать. Ой-ой-ой-ой, ну что ты, что ты, что ты делаешь? Так. Давай еще раз, как говорится, на него приземлимся. Нет, он еще выжил, но мы его отравили. И добивочный от Бакс Банни. На, получи. Ну все, ребят, победа, конечно, 2 звезды, не 3. Значит, сундук нам этот с вами не достается. И это плохо. Меня такое не устраивает. Мне обязательно нужен сундук и обязательно нужен именно вот с этими вот бутылочками. Потому что нам нужно своих персонажей поднимать по уровню. Мы можем вот здесь вот с вами попробовать атаковать. Или же вот здесь. А вот и с этим я думаю... Хотя, подожди, у них 5000... А как-то, интересно, за счет вот этих, что ли? Марвина
Ладно, давай попробуем. Давай попробуем. Если сейчас отберем сундучок, мы, естественно, его сразу поставим активироваться, он откроется. А может быть, даже за кристаллы его активируем. Сейчас посмотрим. Так, надо Марвина нам, наверное, с вами понижаем ему. Так, а если мы еще и бомбанем? Ой, слабенько-то как, массовый от Бакс Банни. Так, подарочек мы сделали. Угу. Бакс Банни у нас хорош, живуч. А вот петушок-то не очень. Так, добьем Марвина? Должны, по идее, ребят. Да. А, повышение... Ух ты! Как ты так сделал? Как он с такой скоростью, с такой усиленной атакой, ребята, просто разбомбил мне Сильвестра. Вы представляете? Я к этому не был даже готов. Так, ладно, все, ребят. Короче, я буду действовать здесь немножко по-другому. Мне надоело здесь проигрывать. Без доктора. Ты посмотри, он опять повышение контратаки делает себе. Ты уже достал в самом деле-то, а? На-ка, выкуси. Он там и контратаку, и усиленную атаку себе повысил. Блин, ребят, ну, мы никак с вами не можем заработать сундучок, который мне нужен. Фигня какая-то. Вот что значит долго не играть. Всё разучился. Все разучился делать, ребят. Так, мне надо отсюда выйти и вот здесь вот заглянуть, ребята. Забираем. Участвую в состязании, конечно же. Забираем это все. Так, банки. Что у нас в банке? В банке у нас ничего, по-моему, нету. Или есть? Так, ну давай мы его вот сюда поставим. Ящик потерян. Ничего не потеряно. Так, назначаем сюда бойцов, которые будут, естественно, его, ребята, охранять. Так, и что? Все, да, пока? Драки. Продолжаем, ребят, нам совсем немножко тут не хватает. Поехали. А, нет, давайте мы, наверное, в компанию все-таки пойдем с вами. И мне здесь нужно, да дофига чего нужно. Давай посмотрим глава фермы. Так, здесь автопобеда, автопобеда. Вот здесь, ребята, нам нужно завершить это дело. Наше чистое дело. Так, выбираем наших бравых ребятулек. Погоди-ка, погоди-ка. Хотя по мощам... Слушай, не знаю, ребята, а мы сможем ли здесь справиться-то с ними, а? Смотри, самое удивительное, что у них 11 уровень, у меня 17. Но у них трехзвездочные герои. Хм. Смотрите, да, звезды и уровни. У нас обычно как? Если звездность хороша, то можно и со слабеньким уровнем поиграть. Ладно, давай проверим. Я, наверное, начну... Давай с Гектора Фермера. Вот так вот, понизим ему защиту. Теперь бомбанем. Бомбанул-то куда-то, не туда ты. Тогда будем добивать уж, наверное. Получится, нет? Опа, минус один, отлично сыграли. Так, тихо, Гектор теперь нам нужен. Давай вот так вначале сделаем. Понизили им скорость, атаку. Ну, это хиляет, конечно же. Так, нам нужно, ребят, с вами Гектора убирать с поля боя. Потому что он гоненыш сильный, крепкий. Опа, минус. Так, а теперь, я думаю, надо и койота убирать. Что он делает? Повышение атаки. А ну-ка, давай-ка дубинка ему пропишем. Вот так вот. И сейфом. Да елки-палки, что ж такой живучий-то? Койот, хорош. Ну что? Пришла твоя пора, братюня. Пришла. Он крепкий гаденыш. Опа-на, бомбочку он мне тут бросает. А ну-ка. Вот так, подхилялись маленько. Повышение атаки. На-ка, получи. Так, Гектор. Блин, ну Гектор, ну что ж ты. Давай, бомбанем. Я думаю, что все, ему хана. Есть. Отлично, ребятушки, справились. Несмотря на то, что он, грубо говоря, был даже покруче нас. Но, видите, он слабоват. Слишком слабоват. Так, и мы с вами, наверное, будем все-таки продолжать, да? Так, посмотрим. Вот у нас такие вот следующие ребятульки здесь появляются. У них у всех... Ох ты, койот 4 звезды. Блин, ребят. Слушайте, а... ну здесь жетончик прикольно разыгрывается. Ай-яй-яй, что делать? А у нас акт первый полностью пройден, по-моему, да? Да, ребят, у нас здесь все полностью пройдено. Блин, ну я знаю, что я не справлюсь там. Давай, наверное, мы с вами...
откроем здесь наши ящики. Посмотрим, что нам выпадет. Так, деньги, динамит, наковальня. Это пончик, елки-палки, золотой. Давай еще здесь откроем. Сколько нам дадут бутылочек? Ну, 6 и 7, отлично. Больше нету, да? Больше нету, к сожалению. Так, награды защитников. Забираем 55 монет. И еще 72 монетки. Отлично. Награды получают защитники в том случае, если они, ребята, отражают нападение. Если они проигрывают, ничего они не получат. Так, ну что же. Погоди-ка, тут 3 в плюсе. Это что? Что вы имеете в виду? Вот это вот что? Что я могу, наверное, их... А, ну давай. Погоди-ка, нет, не хочу я кота. Мне нужно повысить... Кого же лучше-то? Они все хороши, ребята, они все хороши. Но я думаю, что надо нам, наверное, Сэма, да? По усилению получится? Получается. Так, это у нас предводитель Кланкинов. Ярость Кланкина. Давай, кстати, вот этот удар неплохой, вы сами видели, да. 130 урона он будет наносить. Плюс у него 16% к здоровью идет. Красота, ребят. Все, на этом у нас закончились ингредиенты. Так, он у нас максимального уровня, поэтому его прапать мы не можем. Так, давай ведьму прапаем. Повышение уровня полностью ей сделаем. Так, еще, давай. Ай, не дотянули, ребят, немножечко. Ладно, в монетах я пока не нуждаюсь. Вы это прекрасно видите, у меня монет хватает с головой. А вот насчет того, чтобы усилить, это, конечно же, нам нужно сделать. Ведьмишка хороша. Так, ведьмовство. Так, и все, да, на этом. Не хватает немножко опыта. Ладно, мы можем с вами подраться за сундук. Так, банки, банок у меня нету. За сундук, который нам будет давать опыт. Например, вот за этот. 4655 нам нужно. Естественно, это слабые персонажи. Нам нужны вот эти. Так. И если мы возьмем ведьму. Оу! Ребят, вы видели? Только стоило мне добавить ведьму, у нас сразу сила повысилась на 1000. Я не знаю почему, она не такого же и высокого уровня. А с чего вдруг-то, эй? Блин, меня еще и травили. Так, ладно, а если мы начнем так же? Хорошо, это только начало. Делаем провокацию на Фогарна. Ё-моё, что он там чудит? Так, а если мы вот так бомбанем? Отлично, по красоте. Так, петушок, держись, блин. Не падай раньше времени. А? Получили, блин. И защиту понизили, и атаку. И еще и отравили, правда, не всех. Койот уже, как мы видим, вылечился. Поэтому нам нужно его убирать. Есть. Блин, я боюсь, ребята. Ой-ой-ой, как я. Да че он бомбит-то 3 раза подряд? Офигел, что ли, блин? Этот Марвин. Вы видели, да? 3 раза, блин, подряд бомбил, гад. Опять нам не видать этого сундука, ребят, к сожалению. Опять придется нам, ё-моё, блин, кого-то искать. Достал уже этот Марвин, блин. С какого, блин, перепуга он начал 3 раза бомбить, блин? Одного уничтожил с бластера, потом еще начал бомбить. Пыря, а? Так, ух ты, нифига, это что такое у нас? Ох, класса 4-го сундук, нифига себе, ребята. Первый раз такой вижу. Красненький. Давай, я не успокоюсь, ребят. Я не успокоюсь. Я должен, блин, наказать их. Тем более, я был выше по мощам и проиграл, блин. Из-за этого Марвина все, да? Из-за него именно. Так, ну что, поехали. Подарочек для всех, как говорится. С динамитом. А? Красота? Красота. Блин, а почему у них усиленная защита? Кто имеет такую возможность сразу ставить усиленную защиту? Так, Бакс Банни, стой. Так. Скорость, да, замедлил, гаденыш. Ладно. Давай мы вам понизим защиту и атаку. Еще и траванули всех. Так, кого нам бомбануть? Давай-ка мы, наверное, Фогарна. Потому что он в провокацию может встать. А бабка может хильнуть. Иди ты нафиг. Так, сейфом. Отлично. Так, он тыкву бросает по ведьме, да? Нет?
Оу, контратаку на всех повесил. Ну-ка, если мы сейчас добьем Фограна, все будет хорошо. Ой! Ну-ка, давай вот так вот сделаем. Та-да-ра-та-ра-та-тац. Нате, гаденыши. Бабулю сейчас завалят. Нет? Не бомбанули. Так, провокацию. Давай возьмем провокацию с вами. Повышение защиты, блин. Отвали. Сейф. Да что на нем так долго держится-то? Провокация на этом. На Гекторе-то. Почему так долго-то? Блин, бабка тут еще своим ружьем. Атака. Не добили. Давай просто бомбанем. Хорошо. Опять понижение скорости нам сделали. Так, этого убираем с поля боя. Однозначно, Сильвестр здесь нам не нужен. А вот бабульку мы сможем? Успеем ли мы ее за это забомбить? Если вот так вот провокацию я возьму. Что она, массовая, нет? Нет, не массовая, ребят. Пока, бабушка, скорее всего, да, пока. Блин, выжила. Тогда вот так вот сделаем. Эть! Ха. Фу, ребят, ну, победили мы здесь. Довольно хорошо и неплохо. Хотя у нас здоровья было совсем-совсем мало. Очень мало. Так, ладно. Сейчас мы этот сундучок с вами активируем. Или же нам его сразу открыть? Как думаете? Давай откроем сразу. 15 гемов. Да, я подтверждаю. Что ты нам дашь? 8,4 пробирочки. Ладушки. Я думаю, что надо еще, ребята, сделать один бой. Ой, тут мощно как-то. Вот, вот. Блин, три звезды. Три звезды, три звезды. Ладно, попробуем, ребят, атаковать. И уровень может быть выше. Что там написали? Опять он первый ходит, а? С чего вдруг вы ходите первыми? Откуда у вас такая инициатива? Вы слабже меня по уровню и по мощам. Ага. Так, ладно. Давай-ка мы, наверное... Камаежора бомбанем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Фига он там. Еще и за... Ах, гады. Так, ну что, ребята, понижаем им все. Плюс еще и отравление. А бомбить, наверное, нам придется... Давай вот этого вот. Вот этого Сэма бомбанем. Так. По красоте, а? Из-под тишка, да? Они, ребята, атакуют самых слабых персонажей. Как обычно, ребят, как везде. Как и всегда. Минус. Ай, чуть-чуть бы, ребят, хана было бы, да? Надо его ликвидировать как можно быстрее. Так, и у нас остается лишь Сильвестр. Ну, сможем, нет? Да. Отлично было сейчас сделано. Ух. По красоте, по красоте. Так, отлично. Мне нравится. Идем довольно неплохо. Заработали еще с вами такой же сундучок, но я уже буду его вот сюда вот назначать и выставлять охрану. Так, нормулька. Ежедневное испытание. Что у нас тут? Старые школьные дни. 12 часов. А что это за старые школьные дни такие? Ага. Ну что ж, давай, давай, конечно, поделимся, пока тут ребятушки такие слабенькие. А что, я могу только... Только двоих взять? Хорошо, давай попробуем, ребята, вдвоем сыграть против них. Их четверо, а нас двое, офигеть. Как у нас это все получится, я ума не приложу. Так, подарочек им для начала. Ух ты, неплохо, я вам скажу. Так, куда побежал? Куда побежал? Сруль, блин, Соломонович. Так, он мне понизил, ребята, атаку. Так, а мы тоже им понизим сейчас атаку, еще и отравим. Вот это я понимаю, вот это красота. Так, Бакс Банни, ты довыделывался. Следующий, я думаю, что будет у нас... Так, опа, он погиб, ребята. Нам даже не пришлось волноваться по этому поводу. Слушай, да мы здесь разрулили вообще без проблем, смотри. Просто шикарно. Хе! Конечно, победа. На три звезды, не меньше. Листочки, они нам пригодятся, ребята, для усиления, улучшения наших домиков. Так, и нас перекидывают вот сюда. Мы можем здесь, ребята, сделать с вами автопобеду.
У нас 3 энергии. Так. Ну и кого здесь дадут? Ну тут уже, я считаю, несправедливо. А почему не могут нам дать других персонажей? А? В чем проблема? Мы якобы не доросли еще, да? У нас нет соответствующих персонажей, ребят, для этого этапа. Но давай посмотрим, что здесь. Вот золотой рудник, например. Давай посмотрим, кого здесь нам дадут. Дают здесь, ребята, деньги. От 1 до 5 тысяч, по-моему, да, я так понял. Голды, естественно. Ну, давай посмотрим. Встретились на поляночке, да, на дорожке. Ну-ка, угостим. Ага, неплохо. Эх, не добили. Самое классное, ребята, использовать здесь массовые атаки. Ну, у нас их очень, ребят, мало. Очень мало. У нас вот отравление это, да, это массовое идет. Вот это вот, ну, оно как не массовое, но все равно мощное. Отлично. Гектор тут что-то выеживается. Тыкву бросил. Так, давай мы попробуем добить. Да? Гектора-то. Ну, а потом уже и бабулю. Бабулечка, пока. Е. И сколько же нам дадут за это дело денег? 1000. Спасибо. Хоть денег мне и не нужно, но опыт, ребята. А я не знаю, тут опыт-то нужен вообще нам или нет. Ух ты. Это кто? Это что за... Так, надо здесь обязательно сыграть. Тут от 2500 до 3,7. Попробуем. Попробуем подраться. А ну, хочу посмотреть, что это там за персонажи. Что это за Сильвестр такой интересный там стоит. Ну, утка, я так понимаю, это ковбой. А, не в Сильвестр Космос? Нифига себе. Я в первый раз вижу, ребята, такого персонажа. Оу, щит. Понизили нам, ребята, защиту. Так, этот ускорился, гаденыш, да? А я, наоборот, тогда вот так вот сделаю. Что там бросает? Отравление не хотите получить? А, ребятушки? Хотят, конечно же. Так, кого бы нам с вами убрать? Убрать по-любому. Я думаю, что, наверное, Сильвестра вот этого будем убирать. Чего? Чего там было? Уклонение? Вы что, серьезно, что ли? Так, Даффи, иди отсюда. Уклонение, значит, было. Обалдеть. Оу, больно. Так, отлично, прописали. Еще разок попробуем. Так, давай-давай, ведьмуля. Ведьма Хейзер, или как ты там. Так, надо брать провокацию, ребята, на Сэма. Он должен здесь выстоять. Сейф. Отлично, ребят, пока хорошо. А почему-то, блин, ты должен... Блин, какой-то горелый. На, получи. Так, добьем, нет? Гравитационное уклонение. Вот этот вот Сэм, ой, кот делает. Я не знаю, что это за гравитационное уклонение, но по нему ни хрена не попасть. Есть, наконец-то. Наконец-то мы его убрали. Ну что, лопушок, получил свое? Допрыгался, добегался? Шуршанчик. Дошуршался. 3,7 мы получили с вами. Голды, отлично. Так, ну что, в эти режимы мы поиграли. Какой еще... Не надо, все, хорош. Какой еще режим... Так, у нас остался. Это мы, конечно же, забираем. Так, в банке. А что банки? Открыть, открыть. У нас еще есть, ребята... Один свободный слот для сейфа. Слушай, а у нас есть что-нибудь из рулеточки? Нету? Давай посмотрим, ребят. Опа, один есть билетик. Кто? Ага, фотограф, значит. Все, да? По-моему, больше, ребят, нету. Больше у нас билетов никаких, к сожалению, нету. Жаль. Так, магазин я не хочу. Так, турнир усиления. Топ-игрок. Чего там топ-игрок с чем? Блин. Не успел прочитать. Особые компании. Пока не активны. Так, звездный ящик. Ребят, нам нужно еще 5 побед, чтобы получить звездный ящик. Давайте его... Эту победу сделаем. Звездный ящик. Я буду вот с этими, наверное, паршивцами драться, да? Британи. Ну что ж, Британи, давай.
побреем тебя нагло, как говорится. Чтоб знал свое место. Так, команду-то, наверное, надо было поменять, блин. Хотя нет, и так пойдет. Я всегда, ребят, люблю с массовых атак. Вы это знаете, да? Бумс. Ага. Камейжор, иди отсюда. Так, а этот же, по-моему, Порки-то у нас хиллер, если я не ошибаюсь. Скорость, блин, понизили. Да-да-да-да-да, он хиляет. Ведьму трогает мою. Вы не припухли ли, а, случаем? Пареньки. Давай, наверное, делать с тобой усиление атаки. Ой, защиты и провокацию. Что это такое? Ой. Ух, бомбанул-то как. Оглушили? Да ну нафиг, хорош, камейжор. Ты да выеживался, тебе хана. А вот ведьму, я боюсь, ребят, мы сейчас с вами потеряем. Да ведь или нет? Ну, около того, где-то на... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, переключаемся теперь на этого. Так, это у нас что, я уже забыл. Я уже забыл, это яд. Нате, гаденыши. Так, ну что, Сэма сможем подбить? Подбили, отлично. Этот у нас все хиляется. Ну-ка, давай начнем потихонечку разбирать. Да ну! Блин, ребята, да почему? Как он может пробить, если у нас у Фогрена стоит провокация? Я вот этого не пойму. Как он может атаковать, блин? Вот стоит же провокация, это же провокация. Нет, ребят, это не провокация. Это была просто... Погоди-ка. Провокация вообще-то. Так а как же он тогда, интересно, мог бомбануть мне этого Сэма? Бред какой-то, вот на самом деле я вам скажу. Это какой-то бред. Он не мог атаковать Сэма. Или у Сэма тоже была провокация? Ладно, это уже другой вопрос. Я буду мстить, ребята, я буду мстить. Мне нужно оторваться, вот давай вот на Энтони. Какие-то эти, Британи, Энтони. Такое впечатление, что это боты. На самом деле, почему-то все время одни и те же имена я вижу. Так, ладно, здесь я должен выиграть, как ни крути. Блин, у нас атака слабая, защита на Сэме маленькая. Ага, так, значит. Еще и скорость понижает. Вы оборзели, что ли, а? Вообще уже в корень. Давай вот так вот сделаем. С чем он там, с тесачком был? Ага, понятно. Так, получите ответку. И будем с вами бомбить, бомбить. Я знаю, что... Камейжора, давай бомбанем. Хотя вот эту цаплю тоже надо было, потому что она делает блюдо ядовитое какое-то. И оно бомбит. Так, попробуем. Ага. Хильнул, да? Хорошо, мы тогда сделаем маленький бум. А? Маленький бум прошел удачно. Так, добиваем цаплю. Блин, я боюсь, не выдержит, ребята, он у нас. Кролик Банни, ну! Пена. Пена какая-то тут еще. Е, отлично. Так, ну что, остается Сильвестр у нас только. Ну-ка. Пинка ему. И добить, должен добить Фогрен. Да ладно тебе, фу, повезло нам. Я думал, сейчас, ребята, бомбанет. А бомбанул он стопудово бы по нашему Фогерну. Еее. Три звезды, дайте мне, пожалуйста, звездный сундук. Я хочу звездный сундучок получить. Так, ну этот я ставлю в свободную, ребят, ячейку. Вот здесь у нас есть она. Назначить теперь охрану. Вот так. Ну и давайте мне показывайте, что у нас там в ящике. Ну. Так, неплохо. Очень неплохо. Воу. Билетик даже нам дали. Что-то нам на почту прислали. Так, награда за ориентир на турнире. Спасибо большое. Забираю, конечно же. Так, 21 штука у нас. 21 штука, значит, мы с вами можем пооткрывать какие-то... Так, секунду, секунду, секунду. Так, что нам открыть?
Мы можем здесь за эти открыть, за наши очки турнирные наковальни 5 штук. Охотник. Может быть, охотника? А сколько там нам дадут? О, 72. А если еще разок? 70... По 3, да, дают? По 3, ребят, дают нам. 79 и получается 82 должно быть. А почему? А, тут все, ребят. Или нет? Нет, все нормально. 82. Давай тогда еще 85 будет. Так, забрали. А, можно даже еще сделать. Да почему Гектор-то? Зачем мне Гектор-то? Елки-палки. Реатомизатор, ребят, хватает нам, у нас сколько? 21 штука. Давай попробуем городка. Так. Опачки, ребята, он повышается у нас по рангу. Обязательно повысим. Так, еще вот здесь можно до 3 мультяшек получить. Так, и порки фермер, отлично. Еще разочек с вами сделаем. Давай. Так. Ага. Ну что ж, неплохо. Так, теперь переходим к нашим мультяшкам. Кто у нас там может получить? Вот он. Камевояжор. Естественно, повышаем его по рангу. А что, еще и уровень могу повысить ему? Могу, но не буду, потому что мне выгоднее это сделать на нашем Фогране, потому что он у нас... Блин, потому что он у нас максимального уровня. Так, 18, тогда ведьму. Да, ведьму я буду повышать. Она неплохо себя порекомендовала. Так, все, ребят, подтверждаем. Усиление, нет, усиления, по-моему, никакого у нас нету. Не хватает вот этих вот золотых пончиков, аж 2 штуки. А их так просто не найдешь, да, ребята? Их так просто не найдешь, эти пончики. Так, подтверждаем. Все. Все мы с вами потратили. Так, немножко, ребят, не хватает. Запусти не менее одного раза. Так, я запустил. Забираем. Чуть-чуть остается нам, ребят, чтобы получить 19 уровень. Но я думаю, что этим мы с вами займемся уже в следующей серии. Ну, а на этом, дорогие мои друзья, я буду завершать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.